Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор тканевой маски с картофельным экстрактом. Тканевая маска, обогащенная картофельным экстрактом, эффективно успокаивает и питает кожу, хорошо насыщает огрубевшие участки, за короткое время интенсивно увлажняет, идеально устраняет следы усталости и припухлости, превосходно убирает покраснение и начинающееся воспаление. Кожа становится шелковистой, на ощупь гладкой и ровной. Эссенция маски не содержит вредных для кожи веществ, таких как парабены, красители, животные ингредиенты и синтетические ароматизаторы. Способ применения таков. На чистую подсушенную кожу нанесите маску, разгладьте, оставьте средство подействовать на 10-20 минут. Снять маску и аккуратно массировать остатки эссенции в кожу. Вот так выглядит данная маска с экстрактом картофеля. На обратной стороне есть картиночки, там написано, нарисовано, как правильно ней пользоваться, как ее наносить. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!